И продолжаем еще ночные гонки. Этап 2. Кубок. Это уже вторая часть. Я решил все-таки выйти еще раз. Потому что хоть и праздники идут, но надо что-то показывать. И не такой уж монок, чтобы не выходить вообще. Голос Формулы 1 вернулся. Только теперь вот так вот. Без трассы. Я поставлю тебе только руль. Чтобы почувствовали всю ауру ночную. Ай. Прямо Евроспорт или телеканал Россия у нас есть. Показывают Гран-при. Чтобы полоска видео не мешала, я вот так оставлю. Вот это скорость. И какие-то новые состязания. Они... Электроники Arts с обезьянками так и делают что-то новое, пока мы сидим. Ну вот еще чего-то. Ждем еще. Может еще новые машины будут. Как Taycan. Да, так. Ау! Больно. Я тут иногда запыхался. Не в ту сторону. Поехал. Долбанулся. Taycan Porsche — это электрическая машина. Эрон-дон-дон. Блин, теперь еще и ночью, и 170 км в час просят. Как это называется? Короче, создатели. Вот, как-то они там называются, дистрибьюторы, которые, короче, и сделали эту гонку, они говорят, желательно бы 175 км в час, а не 172,2 теперь.
А я все равно хорошо еду. Но бывает, вырезаюсь. Как в первой части. Смотрите уж, что было на канале. Блин, мне так это нравится, переключение. А лампочки, ну, это же как этот... Кокпит же. Идеальная передача.